Команда «Хабар-24» продолжает держать вас в курсе происходящего. В студии Алмаз Ашим. Здравствуйте. Почти 30 лет назад был официально закрыт Семипалатинский испытательный полигон, а после страна отказалась от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. На такой беспрецедентный смелый шаг осмелился только один человек во всем мире – лидер нации Нурсултан Назарбаев. Сегодня о его заслугах и достижениях для всей страны говорят жители Семея. С обретением страной независимости для города началась новая эпоха. Замолчали ядерные взрывы, и на жителей, которые подверглись негативному воздействию атомных взрывов, обратили особое внимание и заботу. Благодаря активным и решительным действиям сторонников антиядерного движения 29 августа 1991 года указом первого президента Нурсултана Назарбаева Семипалатинский испытательный полигон был официально закрыт. Полувековой эпохи ядерных испытаний пришел конец. Вот эти трагические события, испытания народа Казахстана на прочность ядерным монстром могли продолжаться бесконечно. И мы рады, что наше движение, общенародное, общеказахстанское, мировое движение, было понято и поддержано лидером нации Нурсултан Абишевич Назарбаев. Несмотря на мощное давление военно-промышленного руководства, руководства бывшего Советского Союза. Сегодня бывший Семипалатинский ядерный полигон за 30 лет превратился в большую научную лабораторию под открытым небом. С обретением Казахстаном независимости в городе был построен современный онкологический центр. Это его было требование, чтобы медицина была высокотехнологичной, чтобы население Республики Казахстан могло получать медицинскую помощь, не выезжая с нашей территории. И на сегодня мы центр, и мы имеем, благодаря поддержке государства, имеем центр ядерной медицины и онкологии города Семей, где впервые в Казахстане начали применять лечение онкологических больных такими методами, как брахитерапия при злокачественных заболеваниях. Важная страница в истории Семея, годы работы ядерного полигона сегодня отражена в монументе «Сильнее смерти», который расположен на острове Бейбачелек. На 25-метровой стеле выбит силуэт атомного гриба. Снизу находится скульптура матери, которая своим телом укрывает ребенка. Символизирует то, что мать защищает своего младенца от всех невзгод, от всех неприятностей, от ненасти, от зла. И назвали этот монумент «Сильнее смерти». Действительно, жизнь сильнее смерти. Это излюбленное место для семейчан. Также молодожены приезжают, возлагают цветы на это место. Сегодня, когда в мире ядерное оружие продолжает оставаться наиболее серьезной угрозой для всего человечества, Казахстан, который перевел ядерный потенциал в мирный атом, призывает другие страны к ядерному разоружению. Каждый год в Семее у мемориала «Сильнее смерти» проходит международный антиядерный форум «За безъядерный мир». Асем Утешева, Медет Умерханов, Хабар 24, Семей. В Анкаре презентовали книгу Касым-Жомарта Токаева о первом президенте Казахстана. Издание на турецком языке под названием «Он делает историю» вышло при поддержке посольства Казахстана в Турции и Международной тюркской академии. Книга повествует о политическом пути Нурсултана Назарбаева с первого дня обретения страной независимости. Подробнее в материале моих коллег. Уникальность книги «Он делает историю» в том, что ее автор всесторонне раскрыл личность Нурсултана Назарбаева, его лидерские и дипломатические качества. Именно это в первую очередь отмечают представители политических кругов Турции после прочтения книги. Благодаря этой книге получаем возможность увидеть Нурсултана Назарбаева по-другому. Книга сама по себе интересна и уникальна. В ней рассказывается о нелегком пути лидера нации, его первых шагах большой политики. Хочется, чтобы ее перевели и на другие языки, чтобы как можно больше людей смогли ее прочесть. Сегодня мы узнаем президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по-другому. Он не только сильный политик и дипломат, но и хороший писатель. Эта книга также служит хорошим примером преемственности поколений. Переводом труда на турецкий язык занимался известный писатель Малик Атарбаев. По его мнению, книга в первую очередь ценна тем, что автор Касым-Жомарт Токаев около 30 лет проработал с Елбасы плечом к плечу.
Я перевел эту книгу на турецкий язык в прошлом году. Хочется отметить, что книгу действительно интересно читать, так как она ведет повествование от первого лица. Надеюсь, что турецкому читателю книга понравится. Казахстан сегодня — это успешное, динамично развивающееся молодое государство. А опыт страны в построении многонационального и толерантного общества имеет большое значение для всего мира, считают политики. Именно поэтому книга «Он делает историю» будет интересна иностранному читателю. Айдана Карибжанова, Асель Абдыхалыкова, Мируэрт Ханагат, Гёкальп Ямен, Хабар 24, Турция. Елбасы был всегда готов подать руку помощи, вспоминает их совместную работу герой социалистического труда Вера Сидорова. Будь то трудности в совхозах или бедственное положение пенсионеров в 90-е, Нурсултан Назарбаев прислушивался к проблемам своих соотечественников. А став президентом, он точно знал, какие глобальные изменения нужны молодому Казахстану. За короткий срок лидер нации смог отстроить город мирового масштаба, благодаря которому сегодня нашу страну узнают во всем мире, говорит Вера Сидорова. Но главное, он выполняет обещания, которые дает народу. Он говорит: я буду работать для народа. Я все сделаю, чтобы каждая семья имела три ключа. Ключ от работы, ключ от машины и ключ от квартиры. Но мы же видим, сколько строится. Мы же видим, как машины заполнили все дороги города Алматы. Ну и безработица сокращается. Поэтому я, Нурсултан Абишевичу, говорю: в добрый путь на долгие годы. Пусть наш Казахстан из года в год улучшает все показатели по производству и промышленности, и строительства, и сельского хозяйства, и воспитываются настоящие патриоты Республики Казахстан. В Павлодарском прииртышье в этом году планируют принять рекордное число переселенцев из трудоизбыточных регионов страны. При этом каждой семье, помимо подъемных, местные власти обещают дать землю на развитие личного подворья и помочь в получении льготных кредитов и грантов для создания собственного бизнеса. О том, как чувствуют себя участники первого этапа программы, как их встретили на новом месте и оправдались ли их надежды после переезда, об этом в репортаже Салуата Тимирболатулы. У мамы троих детей и прирожденной мастерицы Турдагульбуге теперь нет ни минуты свободного времени. После переезда в Байнаул она отучилась на курсах для начинающих предпринимателей и открыла собственное дело. Родилась я в Китае, потом с семьей переехали в Алматинскую область. И вот уже год живем в Байнауле. И мужу, и детям все всем нравится. Год пролетел незаметно. Для себя решили: больше никаких переездов, потому что у нас есть все условия. И главное, без работы не сидим. Сразу нашлась работа на новом месте и для Айнур Тойчиевой. Ученица знаменитого педагога, народного артиста Казахской ССР Раимбека Сейтметова буквально на седьмом небе от счастья. Вдохновляло то, что здесь родились великие люди, как Шакен Айманов, как Жумат Шанин, как Машхур Жусуп. Эти имена уже нам давали большие силы. Народ Байнаула, а также природа прекрасная, нас очень хорошо встретил. С приездом Айнур в Байнауле возобновил свою работу народный театр. Из-за отсутствия художественного руководителя последние несколько лет спектакли были приостановлены. Свою новую работу по пьесе кыргызского драматурга Бексултана Жакиева труппа представила в апреле. А новый театральный сезон артисты готовятся открыть комедией и детским спектаклем. Так сложились звезды, смеется супруг Айнур Ержан. Он тоже человек творческий и увлекается исследованиями биографии великих личностей. Раньше работал учителем истории в школе имени Каныша Сатпаева в селе Жанатаса Рысунского района Жамбылской области. И всю жизнь мечтал побывать на малой родине основателя Академии наук Казахстана. Судьба распорядилась так, что теперь он сам живет в этом живописном краю. Здесь сохранилось много национальных традиций, например, как ерулык, то есть когда новоселов приглашают в гости, чтобы, так скажем, психологически поддержать, чтобы помочь адаптироваться. Так у нас появилось много друзей. На юге эта традиция, к сожалению, стала забываться.
За год в Байнаул приехали 40 семей или 177 человек. Много новых жителей приняли и другие районы области. Каждая семья вправе сама выбирать, где ей больше нравится. Перед тем, как они переселятся, мы объясняем им, что вам необходимо иметь образование, специальность такие, которые нам необходимы. На сегодняшний день у нас мы туда, в южный регион, отправляем более 1000 вакансий. В основном это вакансии сельского хозяйства сферы, сферы образования, сферы здравоохранения. Если за минувший год область приняла больше 1500 человек или 358 семей, то в этом году ожидается на 40% больше. Желание сменить южную прописку на северную изъявили 540 семей. На помощь им выделяется 500 000 000 тенге. При этом почти 15,5% тех, кто уже освоился на новом месте, наладили свое дело. Салават Тимербулатова, Марат Игликов, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Хабар 24, Павлодарская область. В Алматы открыли мемориальный комплекс знаменитому казахстанскому фигуристу, победителю Олимпийских игр в Сочи Денису Тену. Монумент расположился на месте гибели известного спортсмена. Композиция представляет собой памятник, выполненный из бронзы на гранитном постаменте. Автор скульптуры – знаменитый российский мастер из Санкт-Петербурга Матвей Макушкин. Денис Тен запечатлен в образе исполнителя финальной программы Олимпиады в Сочи в 2014 году. Тогда знаменитый фигурист и кумир молодежи завоевал для Казахстана бронзовую медаль. Аким города Бауыржан Байбек в прошлом году, примерно в это время, помнится, он говорил о том, что будет издана книга. Вот совместно с мамой Дениса мы работаем, и в скором будущем это будет сделано. Также учрежден турнир специальный международный. Осенью мой первый турнир, посвященной памяти Дениса, мы проведем. В целом общество и тем более подрастающее поколение должны помнить. Мы не должны забывать, кто такой, какой был Денис, и его победы, его светлый образ. В Туркестане прошел парад, приуроченный Дню казахстанской полиции. На мероприятии присутствовали больше сотни стражей порядка. Лучших из них отметили наградами и повысили в званиях. Самым зрелищным событием стала демонстрация техники рукопашного боя в исполнении отряда спецназначения. Празднование посетили и родственники полицейских, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Руководство областного департамента полиции вручило им благодарственные письма. Полицейские – это люди, которые охраняют покой граждан и борются с преступностью. Это огромное доверие и ответственность, которые мы должны оправдать. 9 полицейских из Актобе скончались при исполнении служебного долга. 30 награждены орденами и медалями за проявленное мужество. В числе последних – командир взвода дорожно-патрульной полиции Данияр Аймагамбет. Осенью прошлого года молодой человек, рискуя жизнью, обезвредил вооруженного преступника. С героем встретились наши корреспонденты. Новость о крупном дорожно-транспортном происшествии в центре города в прошлом сентябре встревожила всю страну. Но водитель дорогой иномарки одним преступлением не ограничился, оставив авто на ближайшей парковке. И, как позже покажет следование, в состоянии наркотического опьянения отправился на прогулку с ножом. Все происходило на глазах у прохожих. Как только поступил сигнал о ЧП, мы незамедлительно отправились по указанному адресу. Увидели мужчину, он был пьян и пугал людей ножом. В таком состоянии мог и ранить человека. Мы с напарником его догнали, применив приемы рукопашного боя, обезвредили преступника. В первую очередь думали о безопасности граждан. Поступок молодого сотрудника незамеченным не остался. В преддверии 27-й годовщины независимости Данияра пригласили в столицу, где наградили государственным орденом Айбен третьей степени. Данияра я знаю со дня поступления на службу. Он всегда отличался храбростью, сильным характером и добротой. В тот день на место происшествия мы приехали вместе. После этого случая я понял, что на него можно положиться. Он оказался человеком не только слова, но и дела. Всего за годы независимости медалями и орденами за проявленное мужество были награждены 30 актюбинских полицейских. 9 погибли при исполнении служебного долга. Айсулу Махмутова, Булат Мулдагалиев, Актобе, Хабар 24.
340 молодых лейтенантов, выпускников военного института сухопутных войск получили дипломы и пополнили резерв вооруженных сил республики. Торжественная церемония выпуска прошла сегодня в Алматы. Помимо казахстанских военных, дипломы об окончании АВОКу вручили 5 офицерам из Кыргызстана и 10 из республики Таджикистан. Как отмечают в руководстве военного учебного заведения, сегодня профессия военного становится популярной среди казахстанской молодежи. Ежегодно растет число желающих получить военное образование и в дальнейшем нести службу в гарнизонах, которые в республике насчитываются порядка 30. Во все гарнизоны распределены наши лейтенанты. В основном это офицеры мотострелки, командиры мотострелковых взводов, командиры десантно-штурмовых взводов, командиры танковых взводов, офицеры воспитательных структур, офицеры-инженеры, офицеры материально-технического обеспечения. За время обучения в этом институте мне уже доводилось побывать в 3 гарнизонах. Из них Атар является наиболее боевым, наиболее подготовленным, поэтому я даже счастлив, что по распределению попал туда, так как это отличное начало пути для службы. Премьер-министр Казахстана посетил с рабочей поездкой Туркестанскую область и город Шымкент. Большую часть рабочей поездки Аскар Мамин провел в Туркестане. Глава Кабмина посетил одну из главных местных строек, а в будущем новую визитную карточку всего региона – международный аэропорт с пропускной способностью 3 миллиона пассажиров в год. Сдать объект планируют уже в декабре следующего года. Также в центре внимания премьер-министра новый многопрофильный медицинский центр на 610 коек. На территории единого медучреждения будут работать станция скорой помощи, онкологические и радиологические центры, а также отделение интенсивной терапии для новорожденных. Работа последнего позволит в разы снизить уровень младенческой смертности в регионе. Также в городе строятся объекты административного, социального и культурно-исторического наследия. В историко-культурном центре города Аскар Мамин посетил строящийся музей Хаджа Ахмеда Исауи, центр Улы-Дала-Еля. Все эти объекты уже в ближайшие несколько лет дадут городу свой неповторимый и уникальный вид. На полигоне учебного центра «Спасск» в Карагандинской области прошла торжественная церемония закрытия 5-го республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын». Напомню, он объединил более 600 молодых патриотов со всех уголков Казахстана. Участники прошли уникальную школу подготовки к армейским будням, воочию увидели современные образцы военной техники и вооружения армии Казахстана, испытали свои силы и возможности. По итогам, среди республиканских школ «Жас-Улан» и специализированных лицеев первое место заняла команда школы «Жас-Улан» из Семея. Среди военно-патриотических клубов вооруженных сил Казахстана первое место присвоено клубу «ШГС». А самыми лучшими среди военно-патриотических клубов регионов оказалась команда «Жигир» из Западно-Казахстанской области. Победителям соревнований были вручены грамоты, медали, кубки и памятные подарки. 4 дня праздника музыки, десяток команд и тысячи восторженных зрителей. В столице Казахстана завершился 8-й международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Аскери Кериней». В этом году свое мастерство перед казахстанскими коллегами и зрителями продемонстрировали также коллективы из России и Монголии. Однако, если участники из-за рубежа выступали в качестве почетных гостей, то отечественным военным музыкантам предстояло определить лучшего. Репертуар был самый разнообразный, от патриотических песен до классической современной эстрадной музыки. В итоге победа досталась сводному оркестру регионального командования ШГС. К этому конкурсу, фестивалю готовились мы буквально 2 месяца. Это отдельно у нас был сначала показанный на базе полков, а потом уже в Нур-Султан привезли на базе региональных командующих, там ШГС нас мы представляем. Там у нас было задействовано 3 полка оркестра, это Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Для подготовки сводного оркестра у нас было всего 4 дня, которые, как говорится, были плодотворны, тяжело было, но мы справились. И последнее. В Нью-Йорке отметили 5-ю годовщину Международного дня йоги. В декабре 2014 года Генеральная ассамблея ООН в своей резолюции провозгласила 21 июня Международным днем йоги. В этот день опытные инструкторы проводят занятия йогой на территории главного офиса международной организации. Сотрудники ООН, представители дипломатических миссий из разных стран, политики, эксперты на время оставляют свою работу и выполняют асаны йоги. Таким образом, они привлекают внимание мировой
общественности к этой физической и духовной практике, которая появилась в Индии. В течение дня на многих площадях и в парках Нью-Йорка прошли массовые занятия йогой. Миллионы людей укрепляют свое здоровье этим простым комплексом упражнений, который открывает путь к гармонии с собой и природой, олицетворяет единство духа и тела. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.